30 мая синоптики обещают нам дожди и сильный ветер. В Сарове облачно с прояснениями, утром плюс 14. Днем велика вероятность осадков плюс 23. Ночью плюс 11. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде дожди. Утром плюс 15. Днем столбики термометров поднимутся до 19 градусов тепла. Ночью плюс 10. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В столице ясно. Утром плюс 17. Днем воздух прогреется до плюс 25. Ночью плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.